Приветствую, друзья! Снова с вами я, Саша, в нашем флагманском магазине. И сегодня поговорим о такой необходимой вещи, как Powerbank. Казалось бы, уже про Powerbank мы наговорились, уже все, что известно, все высказали, сказали за последние 10 лет. Но на самом деле нет. Производители ищут пути и способы, как продать очередной гаджет, как продать свой Powerbank так, чтобы он продавался везде и всюду, и так, чтобы про него тот же самый Саша взял и снял обзор. На самом деле, я сейчас снимаю обзор про американскую компанию Satechi. Они выпустили неплохой Powerbank с функцией подставки, беспроводной зарядки и еще зарядки сразу для двух устройств, для трех устройств одновременно. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Итак, мы имеем полноценный Powerbank на 10 тысяч ампер-часов с разъемом Type-C, с функцией кучи зарядки беспроводной и, собственно, даже двумя, потому что можно заряжать одновременно и смартфон, и, допустим, наушники. И еще функцию обычной подставки. Смотрите, здесь у нас есть индикатор включения-выключения. Я сейчас его заряжаю, свой смартфон, через обычный Type-C провод. Индикатор показывает, что уже аккумулятор почти сдох, сам Powerbank. Но я не отчаиваюсь, кладу вот сюда наушнички, который сейчас вот загорелся индикатор здесь, панель. Вот это, кстати, у меня человек спрашивал, вообще выключается или нет. Не выключается, имейте в виду. В наушнике пошел заряд. Здесь большое преимущество то, что я могу регулировать угол наклона. Здесь нет MagSafe. Катушки расположены как внизу, так и вверху. Поэтому в таком положении его тоже можно заряжать. Но учтите, что верхнюю точку вам зафиксировать не удастся. И сейчас попробую зарядить Samsung. О, пошел заряд. То есть одновременно на одной площадке у меня заряжаются сразу три девайса. Чем не портативная электростанция? Заряжается Samsung, заряжается iPhone и заряжаются еще наушники. Сами наушники, они с магнитом. Вот именно магнит. Он прям притягивает их туда, чтобы они при тряске какой-то не улетели. Так бы они просто улетали, если бы они магнит не использовали свои технологии. Вот такой вот Powerbank. Я считаю, что это самый идеальный Powerbank на сегодняшний день. Да, у нас можно от одного Powerbank заряжать сразу три устройства одновременно. Вот, как подарок на предстоящие новогодние праздники будет просто незаменимым. То есть любой, кто вот этот Powerbank получит, он просто будет скажет спасибо, да, действительно классная вещь. Можно использовать как поставку, можно заряжать три устройства, можно, собственно, использовать как портативную электростанцию под всякие свои нужды. Пишите, что вы думаете, хотите получить скидочку, стоит она достаточно дорого, но 1000 рублей всем тем нашим подписчикам, которые используют внизу промокод, введя его в корзине. Пока.